Министерство сельского хозяйства и продовольствия Хакасии начало прием заявлений на участие в конкурсе грантов на развитие семейных ферм. Цели программы – развитие малого бизнеса на селе, создание новых рабочих мест и повышение финансовой стабильности отдаленных районов республики. Грантополучатели вправе потратить деньги на разработку проекта своей будущей фермы, на ее строительство с нуля или модернизацию старой. Кроме того, грантовые средства можно использовать для покупки оборудования, животных или продуктов. Заявку на участие в грантовой программе можно отправить в Минсельхоз Хакасии до 13 апреля.